Здравствуйте, ребята. Ну что, сегодня мы с вами будем читать рассказ Виктора Драгунского. Он называется «Что я люблю». Так, слушайте. Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторней и купим собаку. И будем с ней заниматься, и будем ее кормить. Какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар. А я буду за нее сам вытирать лужицы. И она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом, маме в ушко. Особенно я люблю пить и всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Канчеля. Это такая маленькая, умная и озорная лань. У нее веселые глазки, маленькие рожки и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторнее, мы купим Канчеля, и будет он жить в ванной. Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть «Уйди, уйди». Очень я люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы деревянных воинов и бизонов. Я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в кармане. Я люблю, чтобы ежик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонку: «Бери эту гадость!» и убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю. Выдавливаю из себя смех. Смотришь, и через 5 минут и вправду становится смешно. И я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк. Я скакал вокруг него на улице, и он спросил: «Ты что скачешь?» А я сказала: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторнее, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать ее газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей, у них такие красивые и добрые лица. И много чего люблю. Вот такой рассказик. А еще мы с вами сейчас прочитаем рассказик тоже Виктора Драгунского. «И чего не люблю» называется. Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости. Вставать на стул и читать стихотворение. Не люблю, когда папа с мамой ходят в театр. Терпеть не могу яйца всмятку. Когда их наболтают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть. Это мне противно. Еще не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться. Не люблю ходить в новом костюме. Я в нем как деревянный. Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Но тогда я выхожу из игры и все. А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я все равно убегаю. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю, когда день рождения и играть каравай. Я же не маленький. Не люблю, когда задаются. И очень не люблю, когда порежусь, вдобавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно, и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда. То со сковородкой, то с чайником и кричит: «Дети, не вертитесь под ногами, осторожно, у меня горячая кастрюля». А когда я ложусь спать, не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором: «Ландыши, ландыши». Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами. Не люблю, что нет изобретения против клякс. Ну, так-то. А что любите вы? А что не любите вы? Давайте пишите в комментариях свои истории про люблю и не люблю. Ну что, заходите ко мне завтра. Будет новый рассказик или новая сказка.